В промежутке между битвами, где-то на нижних этажах мертвой звезды, в кафетерии. Я возьму фигато а-ля Венециана. Возьмите поднос. Да ты знаешь, кто я такой? А ты знаешь, кто я такой? Мы сейчас не играем в игру «Кто, блядь, ты такой?» Ибо я Вейдер. Дарт Вейдер. Лорд Вейдер. И я могу убить тебя силой мысли. Да, но вам все равно нужен поднос. Нет, мне не нужен под... Мне не нужен поднос, чтобы убить тебя. Я могу убить тебя без подноса. Я могу убить тебя своей внутренней силой. Но даже если бы захотел, я бы убил тебя подносом. Нет, еда горячая. Вам нужен поднос, чтобы поставить на него еду. О, да, горячая. А я думал, ты вызываешь меня на смертельную схватку. Смертельную схватку? Ну, это же кафе, я тут работаю. Да, но все вызывают меня на смертельную схватку. Я Вейдер. Лорд Вейдер. Я управляю мертвой звездой. А что такое мертвая звезда? Это мертвая звезда. Ты на мертвой звезде, а я управляю этой звездой. Это звезда? Это гребаная звезда, и я ей управляю. Я твой босс. Вы управляющий кафе мистер Стивенс? Нет, я не мистер Стивенс. Я могу убить мистера Стивенса силой мысли. Я могу убить вас всех. Я могу убить себя силой мысли. Просто дай мне... в жопу. Возьму поднос. Этот мокрый. Да ну нахрен. Невозможно работать в таких условиях. Лучше бы, как обычно, пельмени себе наварил.